Йоу, всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я Утес Шумор, и добро пожаловать в Кроссаут. Смотри, какая машина тебя встречает, значит. Это Кроссаут, да, я уже не снимал его 2 или 3 недели, значит, и пришло время, соответственно, посмотреть на работы ребят, на работы наших инженеров, как они в действии, посмотреть, тут вот стальной чемпионат у нас идет какой-то. Значит, много нового в игре. Вот, спасибо тебе, как всегда, за лайк. Сейчас будем смотреть на новые тачки, на новые всякие вещи, да. Ребята делают, сделают сборочки всякие инженерные. Это одна из сборочек наших ребят. Как бы нашел на выставке с тегом Шимору, значит. Посмотри, какая машина. Ездит быстрая, красивая, мощная, значит. Как игру скачать, я тебе, естественно, ссылочку в описании даю. Вот, там всякие бонусы, плюшки. Значит, эта машина писькометка. То есть у нее есть огнемет огромный, смотри. Та-д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 а. Значит, моя задача на этой тачке — разогревать максимально эффективно врага, да? Соответственно, подъезжать и обжигать. Но фишка этой тачки совсем не в этом. Фишка в этой тачке в том, что она мобильная и очень красивая. Посмотри, какая проработка. В Кроссауте ты можешь абсолютно все делать, то есть как бы... Ты можешь абсолютно любые детали заменять там, да, менять местами. И так далее. То есть здесь абсолютно богатый редактор. Абсолютно, я тебе говорю. Значит, давай посмотрим, что у нас было на выставке. Если введем тег Шимору, ребята делали новые работы, да? Ух ты ж, нифига себе, ребята тут бы наделали. Да ладно, Шимору One Love, Шимору For You, Шимору. Значит, будем смотреть сейчас на работы Шимору Ретро. Господи, боже, кстати, очень много похожих автомобилей. У ребят один и тот же стиль, военный такой, знаешь, пабгерский. Шимору Яжнатун. Яжнатун делает DF Алекс. Вендетта сделал. Вот эту вот красивую машину. Спасибо тебе, Вендетта. Очень красивая, значит. Давай посмотрим, что у нас по обновлениям в игре. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть, вот как я тебе говорил, вот это вот футбольное поле. Не знаю, как это играется, но интересно посмотреть, значит. Здесь есть лиги. Опа-на! Футбик на машинах. Ёлки-матрёлки! 3-3 получается, да? Мамкин хулиган против нас. Значит, пилот и математик какой-то. Значит, на тачке мы сейчас посмотрим. Давай посмотрим на футбол. Что у нас здесь в Кроссауте по футбольному. Значит, это же интересно. Приготовиться, говорят. Так, значит, хавчиклик. Поехали. У нас есть хук. Мы можем тормозить, да, вражеского противника чем-то. Привет, маленький. Пошел нафиг. Так, значит, давай. Работаем. Приготовиться. Это была разминка, да? Хорошо, ебать. Чё? Они уже один гол забили нам. А, я же должен работать вот таким вот образом. Опачки. Чей мячик? Мой мячик. Понеслась по центру. Вуу! Давай, братаны, пацаны. Вау! Сейчас будет гол. Перехватываем. Отцепляем, зацепляем. Пацаны, работаем. У нас один на воротах, да, мальчишка? Давай. Захватил, пацаны, схватил. Давай, стрельни просто. Просто долбани, братан. Хорошо. Куда мяч? Да, я не могу, я болею за такие вещи просто, понимаешь? Но мне кажется, мы в сосед... Куда ты стреляешь, маленький? Куда? Он в наши ворота стрелял. Он Довин. Тихо. Давай, пацаны. Давай, они там дерутся за мяч. Они очень сильно хотят... Нам первый гол так забили, конечно, пока я разбирался с управлением. Но сейчас ничего такого не будет. Сейчас мы с тобой... Ох, отфутболим все. Хорошо. Где мяч? Вон мяч. Поехали. Держи! Да господи! Давай, братанчик. Засасывай мяч! Давай, 3-16, перехватываем! Кто стреляет по мячу? Наши же стрельнули по мячу! Господи, боже мой! У меня не команда. Поехали! Соси его! Соси мяч! Давай, я подсосу, братан! Стреляй! Давай, маленький. Хорошо! Давай! Где саппорт-то? Ой, у нас мальчишки обоссанные, просто я не знаю, я не верю в это. Я не верю в то, что у нас обоссанные играют. Команда!
Господи, я присосался к кому-то! Боже мой! Боже мой! Мы сможем. Слушай, такая катка. Это так офигенно. Я не ожидал, что здесь такой футбол будет шикарный. Он реально шикарный. Просто он... Ребята. Ребята, у нас отсос мяча идет. Вы чё? Вы чё, совсем что ли? Господи! Почему мне всегда рачьё достается в тиме? Я не могу. Я не могу больше. Потащили. Ты чё, блин? Ты в меня, да? Иди сюда, на. Ну, сейчас. Вот этот мне нужен, мне срать на мяч уже. Я вот отберу мяч. Вот. Тихо. Хорошо, тихо, спокойно. Двигайся! Да куда вы стреляете? У нас наши стреляют в мяч. У нас наши сумасшедшие лошары. Это просто ад какой-то. Смотри, понес мяч. Смотри, а что они здесь делали? Что наша команда здесь делала? А играла она в свою игру, наша команда. Все, папочкин мяч. Почему он там сидит у ворот вражеских? У нас нерабочий молодой человек, по-моему. У нас он, отключен от современного общества. Гоню! Да! Гол. Бомбардир Шимору, блин. Давай. Поехали, пацаны. Мальчишки, поехали. Присасывай. Давай, отыгрываем. Братан, ты что наделал-то? Ты что наделал-то, дурачок? Пацаны, вы чё? Иди сюда, ты мне не нравишься, ты подлец, понимаешь? 2-2. Пока я отвлекал их главного бомбардира, мы забиваем гол невероятно просто! О, ну мальчишки у меня хорошие вообще. Вот это... Я красава! Мы отыгрываемся! Нормально. Мне нравится, как пошло. Воу! Пацан, вы что? Господи. Они совсем. У меня не команда. Я не знаю. Погнали, мальчишки. Мальчишки. Давай. Что ж вы делаете? Ладно, я не буду в этот режим играть. Я не знаю. Это просто... Ну, это было шикарно, я получил удовольствие. Знаешь, что это такое? Ну, это пиписка красивая, это пиписка... Очень даже замечательная. Как бы на таких писях классно ездить. Мне кажется, это очень крутая машина, но она не воюющая. Мне нужно что-то воюющее, чтобы ребята делали, да? Ребята делают красивые всякие тачки, интересные сборки. Но мне нужно что-то, чтобы я сейчас ворвался и победил просто, понимаешь, всех? Вот, например, что это такое? Ну и куда, и на чем я это буду ехать? Так, подожди, там нету пушек, да? Мне нужно что-нибудь, чтобы могли расстреливать противника. Во! Умник. Вот это рабочий вариант. Значит, давай посмотрим, что делают ребята, какие сборки, какие у них инженерные решения. Вот эта вот тачка мне нравится. Я хочу вот это вот сохранить к себе. Да, хорошо. Так, теперь к чертежам идем. Вот она. Собрать. Давай затестим ее. Что это за тачка такая? Это тачка-дробовик, да? Красивая. Ты можешь в упор вот так вот въезжать. Вот так вот делаешь инвиз. И вот так вот дробогашишь кого-нибудь. Как оно... Воу. То есть у нас есть и дальний бой, и у нас дробовик, если что, в упор. И все это работает привязано на одну кнопку мыши. Плюс машина мобильная достаточно получается, да? Ну давай посмотрим. Значит, футбол на самом деле крутой. Мне кажется, классно играть в такой футбол командой. То есть, да, когда у тебя тима плотная, полноценная, которой ты, соответственно, внедряешься в противника, накидываешь ему и получаешь от этого удовольствие. То есть, мне кажется, да.
Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь будет. За металлоломом. Миссия против выживших. Давай посмотрим, насколько у нас интересно будет сейчас на этой тачке. Это все-таки машина подписчика, понимаешь? Подписчик, он всегда мне делает самые мощные Uber в Uber-тачке, понимаешь? То есть, как бы, как ни крути. О, у нас кукла-бой там. Поехали, братан. Поехали, что ты встал? Так, знаешь, здесь у нас робот-танк. Здесь у нас тоже мальчишки-пацаны. Значит, поехали за Карлосом. Посмотрим, что это за машина такая рабочая. Чтоб меня сейчас... Опа, он мины наставил. Чтоб меня сейчас не приняли, да? Как Довина. Соответственно. Я продвигаюсь к противнику вот таким вот образом. Вот прям плотненько, 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 плотненько. Плотненько, 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 плотненько. Минус, 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 минус. Минус, мальчишки. Все, хорошо, 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 хорошо. У меня три колеса осталось, но я нормально, 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 нормально. Так, у меня инвиз-модуль сбили. У меня инвиз-модуль сбили. Инвиз-модуля у меня нет. Так, 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 тихо, 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 потери, парни! Я и на двух могу колесах, я и на двух могу колесах. Здесь такая разрушаемость офигенная, просто жесть. У меня осталось два колеса. О, у нас уже откисли, пацаны. Господи, ты что вытворяешь-то, кукла-бой? Так, спокойно, братья мои, спокойно. Я должен слиться с окружением. Наших убивают. Слушай, вот почему так происходит, а? Почему я играю по-командному? Почему я играю по-мальчишески? Как говорится... Еле-еле по-мальчишески, конечно. Но мальчишки мои как бы не саппортят мне. Понимаешь, мы ворвались в пацана. Как говорится, обманули кабана. Здесь у нас какая-то тачка-высаживалка. Значит, здесь мини-мэ. Нужна по... Опа-на! Иду, пацаны. Иду. Его перевернуло, Хорош! Хорош, мальчишки! Хорош, мужчины мои! Воины моей мечты! Так, такая разрушаемость красивая в игре. Просто бомба. Так, захватываю точку. Я захватываю точку. Пацаны, я на захвате. Я буду полезным в тиме. Нас трое осталось, их больше. Мы захватываем врага. Нормально. Ой. Наших... Я один остался. Почему я остался один? Давайте, все на меня, давайте! Финалочку вам устроить! Но, понимаешь, по крайней мере, я бился как мужчина до самого конца. Блин, как мне машину покрошило просто, это очень круто. Но я выжил и остался один, понимаешь? То есть, я был как герой. Конкретно в этой катке, да, я, то есть, героически победил, соответственно, всех противников. Можно сказать, что я выиграл, да? Это что такое? Это что такое? Рамштайн. Так, Шиморо новые. Новые машины Шиморо. Давай смотреть. Давай посмотрим. Их должно быть здесь значительно больше. Вау, какая красота. Господи, боже мой. Шиморо седан. Вау. Какая красивая пипиночка. Какая красивая писюлечка. Подожди, Шиморо седан. Давай соберем. Давай на тест-драйве ее проверим. Ой, а этой тяжело воевать, ребята. Это не просто так. Как бы ездит хорошо. Как маслкар такой, смотри, на больших колесах. Смотри, очень даже неплохо. Но работаешь только вот с такой дистанции. И, соответственно, пипирочки, которые наверху, их могут легко отстрелить тебе. Бу! Весело, весело. Мне нравится. Давай посмотрим. Давай пойдем в бой, посмотрим, на что эта пипка способна. Итак, братишки мои и сестренки. Значит, каточка найдена. Давай посмотрим, на что способна эта машина. Которая создана специально для нас с тобой. Специально для Шиморо. Оружие к бою. Поехали. Оружие к бою. Это тебе не хухры-мухры. Это тебе не сисян друмять. Это очень важный бой. Бродяга 980. Абигейл. Интересно, победим мы или нет? Как бы. Будем играть аккуратно сейчас с тобой. Первый контакт! Будем... Господи, вроде бы у меня внедор... Первый контакт, пацаны! Первый контакт, мальчишки! Вот это вот свой... Свились! У-у-у! Как я ему жопу-то подорвал! Где мои турели? Уходим! Подожди. Брат мой, кто сделал мне эту красивую машину? Ты сделал ее красивой, но... Такой беспомощной, когда на нее садятся три чувака... Я не могу поверить. Так, не хватает деталей каких-то. Давай посмотрим, что это за тачка. Опа-на! У!
А вот это-то посерьезнее вещары. Здесь просто так ракеты не собьют. Давай проверим, что это за тачка. Слушай, такой был быстрый бой, у меня такое было долгое ожидание. И такой быстрый бой, понимаешь? Ладно. О, нормально, каточка. Значит, братишки, вы что? Как же так-то, а, ребята? То есть вы делаете такие красивые, как бы, ну, вещи, да? То есть, ну они умирают. Понимаешь, даже в моих профессиональных руках, как бы, уничтожителя и нагибатора, блин. Давай посмотрим, на что эта тачка способна. Всегда интересно посмотреть на что-то новое. Еще можно попилить, если вдруг кто-то в спину, точнее, в бочину к нам зайдет. У нас, видишь, на колесах такие шипы, да, получается. Получается, это очень жестко. Там господин Каламбур. Так, тихо. Вон там вижу. Вижу. Свестись, главное. Нет! Что это было? Извините. Ребята. Тачки, конечно же, прекрасны. Это типа шутка? Подожди, это типа... Тачки, конечно, прекрасные, но, ребята, ну не рабочие машины. Мне жопу разрядили, как бы. Подожди, я просто бомбанул у него. Это что? Это типа два в одном? Это типа близняшки? Подожди. Это что-то интересное, подожди-ка. Даже такое можно здесь собрать? Ну-ка, поехали сразу в бой. Не буду даже тестить управляемость, не буду тестить ничего. Просто в бой. У меня вопрос, ребята. Да, вы делаете мне красивые, офигенные чертежи. Да, они замечательно выглядят. Да, они вроде бы все в сексе. Все у них хорошо. Но! Почему они ваншотятся? А как же броня? Отец Шумур, меня же должно... Здесь должно быть все прикрыто, понимаешь? Здесь должно... Ну, как тебе объяснить? Здесь должно все работать грамотно и качественно. Ну, смотри. Че, пацаны в шоке? А? Че вы, блин, поодиночке ездите? А нас двое с братишкой. Интересно, если вторую половинку куда-то уедет, че будет? Чувак в шоке рядом едет, как бы. У нас на одного больше, это чит, короче, ребята. У нас на одного больше. Нормально. Вот это. Крошим мальчишки. Хоро, да, срать нас двое. У меня два в одном. Это легальный чит, реально. Это легальный чит, ребята. Это просто жесть. Давайте, взрывайте все. Давай, маленький. Давай. Кабинка твоя. Давай, маленький. Толкай меня. Чини. Господи! Они убили Кенни! Кенни, сваливаем отсюда! Половинка Кенни, мать твою! На таран до конца! Давайте, мальчишки! Тихо, что за фигня-то? Тихо. Этот чувак не понимает. Да, нас двое, давай, ты стрелять умеешь. Да. На тебе, блин. На, тебе нравится? Давай, стреляй, отстреливай! Отстреливай, нас двое! Давай! Слушай, он сейчас сбреет нашу газель! Он сбреет нашу газель! Тихо. Я хочу на таран попробовать поджечь ему пукан. Но он не может зайти на меня. О, ему нужно перед ком заходить, смотри, ловит. Нет, все было хорошо. Ребята, что-то как-то странно, понимаешь? Могу собрать. Давай-ка вот так вот сделаем. Новые нравятся, могу собрать. За неделю, за все время. Вот сейчас мы найдем убер-тачку, которую сделали мне когда-либо. И по количеству лайков посмотрим. Давай посмотрим. Это за все время техника для... Извращенец вонючий. Шимору Писос версия 2. Это самое залайкованное. Какой ты изврат собрал. Это зачем он нагнул Шиморика раком? Что это? Что это за газ? На! Вот это кайф! Такой... Иди сюда. Танч! Глаза типа горят. Вот это я понимаю. Вот это да! Вот это, вот так бы сразу мне... Вот это машина мечты. Вот это машина убийца, я тебе говорю, блин.
Смотри, показываю, знаешь. Сейчас я сохраню жизнь этой машине, все. Я сделаю красные ядовитые глаза и сохраню ей жизнь, мать твою. Это лучшее, что я видел пока реально. То есть, когда мы злые, мы такие, ну чё, блин, включаем. Вот это да, вот эта машина. Вот это спасибо тебе, братан. Кто бы ты ни был, чувство траха, как говорится, у тебя есть. Ты знаешь, как вселять страх в противника. Только пушки не наводятся, да? То есть, а как я убивать буду? То есть, я типа снайпер должен быть? У меня особо пушки не двигаются, они в разные стороны смотрят. Братья! Тихо. Давай. Не долетает, не долетает. Я чувствую себя как-то очень странно. Как-то очень странно я чувствую себя. Мне нужно в упор, получается, вставлять, да? То есть вот этот вид вооружения. Сейчас я. Давай, давай, маленький, давай, ты сможешь. Ты сможешь, хороший мой. Враг на базе, подождите, пацаны. Сейчас. Фу. Фу, я за... Опа-на. Вот поэтому бы дать. Тихо! Тихо, маленький! Нормально, подскользнулся чуть-чуть. Так. Это что? Жопа! Нормально. Ты видел, да? Меня ракету засандалили. Но это техника мощная, мне только кусочек жопки отрубило. Вот этому хана, вот этому. Не-не-не-не, вон тому сейчас будет хана. Не отдамся! На последних ножках! На последних ножках! Давай. Прям вставлю его. Да! Ух, ваншотнуло! Иди сюда, идите все ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Стреляй в меня. Стреляй, я тебя все равно вставлю. Стреляй в меня. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, маленький. Иди сюда, смотри. Господи, песос остался. Давай, у меня еще один остался, мать твою. Иди сюда, Данч. Я такой, иди сюда, я тебя ногой загрызу, бля. Иди сюда, иди ко мне, маленький. Я и так могу. Иди сюда. Иди сюда. Я не могу. Иди сюда. Ему страшно. Иди сюда, говно вонючее. Иди сюда. Иди давай. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Победа. Я проорал. Просто это лучшая техника. Ребята. Значит... Как скачать красаут, я тебе уже сказал, ссылочка в описании. Делай для меня технику, пожалуйста, если ты хороший инженер, сделай мне что-нибудь бомбезное, чтобы я выбрал что-то супер-убер. Я посмотрю еще все эти чертежи, ребята, спасибо вам, вы делаете прям офигенные вещи. Очень крутые, я их все пересмотрю. На следующий выпуск обязательно, как бы, выберу самый топчик. Там, я не знаю, назовите Шиморо... Шиморо... Топ, например, да? Шиморо Топ... И я из этого названия Шиморо Топ все вместе... Нет, Шиморо Пробел Топ. Я из этих названий выберу тачки. Ребята, спасибо вам за просмотр, за ваши лайки. Все, всего хорошего. Я поугарал просто. Я просто... Это хоррор-машина была. Спасибо, дружище. Пока-пока. До новых встреч.